В Петрозаводск из Великого Новгорода прибыл поезд Победы – масштабный исторический проект, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Передвижная выставка следует по всем регионам страны и состоит из 10 вагонов, где посетители могут увидеть зарисовки из жизни страны в годы войны, фрагменты боев в разных условиях, санитарную часть и даже лагерь с военнопленными. Как отмечают организаторы, это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. Иммерсивность означает эффект присутствия с использованием современных технологий – видеопроекторов, видеостен, мониторов и тач-столов. Это полное погружение в те времена. То есть вы идете по поезду, и вам кажется, что поезд в движении. Вы действительно попадаете в тот промежуток времени. Встречают посетителей и проводят экскурсии карельские волонтеры Победы. Для посещения выставки необходимо зарегистрироваться на сайте «Поезд Победы РФ» и получить электронный пригласительный билет. Историко-просветительский проект был запущен 2 года назад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом году выставка дополнилась новыми экспозициями. В ней появились разделы, посвященные истории Донбасса, как дореволюционного и советского периода, так и его современности. Часть экспонатов для них предоставили Донецкий и Луганский республиканские краеведческие музеи.